делать и какими средствами и наветками вы можете это реализовать. Давайте начнем с тренда номер один. Это губы цвета металла. Чем мне нравится этот тренд? Я человек все-таки занятой, динамичный. Мне нравятся те мейки, которые можно быстро и легко сделать, а смотрятся они очень эффектно. Итак, что нам понадобится для реализации этого тренда? Это хороший тон, правильно, идеальная кожа, это основа любого макияжа. Это хорошо расчесанные, такие широкие, колосистые брови. Все же выучили, что тонкие брови – это уже не модно. Вы скажете, да? Правда? Все, забыли про них. Все, у кого был тоненький татуаж, уже набили себе сверху. Но у нас для этого с вами среди новинок есть очень крутой продукт. Это карандаш для бровей, между прочим, уже щеточкой. Все, что вам нужно, это просто правильно нанести его, и, соответственно, у вас будут прорисованные красивые четкие брови. Ну и, конечно же, самая главная составляющая этого тренда, что было бы странно, это жидкая помада матовый металлик. За что она мне нравится? Вообще, выбор помады или блеска – это сложная штука для женщины. Есть два таких актуальных пункта, которые важны при выборе помады. Это суперстойкость и это отличное нанесение. За что я хвалю матовый металлик? За то, что любой образ вместе с этим, с этой помадой будет выглядеть прямо на 100 баллов. Согласитесь? А кто вообще когда-нибудь носил металлические текстуры? Поднимите руку. Так, вас мало. Вас правда мало. Я надеюсь, что в следующем году вы обязательно попробуете этот тренд на себе, потому что он мега крутой и мега актуальный. Не бойтесь таких рискованных шагов. Итак, тренд номер два. Это смоки. Смоки айс. Кто любит смоки айс? Так. Все наверняка выбирают черный или коричневый. Логично, да? Это самый распространенный и популярный вариант. Но в этом сезоне тренд немножко меняется. Актуальными становятся цветные смоки. Знаете, такая легкая, равномерная цветная дымка. Вот в новинках сезона есть два продукта, которые вам помогут этот тренд реализовать. Это монотени для глаз. Здесь огромная палитра с интенсивными оттенками, которые, самое главное, хорошо распределяются. Это такая вот прям моя любовь. Ну, и еще один продукт – это тени-карандаш для глаз. Чем он хорош? Да? Когда мы наносим тени, нам обязательно нужно пользоваться кисточкой, распределять их. А что хорошо в карандаше, вы можете равномерно нанести его на подвижное веко, у вас получится вот та цветная дымка, о которой я говорю. А если вдруг вы захотите добавить такой, знаете, легкой сексуальности и выразительности взгляда, то у вас есть возможность проресничный контур более интенсивно прорисовать карандашом. И получится не просто, знаете, такой размытый взгляд цветной, а получится четкий, интересный, выразительный, самое главное, сексуальный взгляд. Я не знаю, можно ли говорить это слово на этой сцене, но если что, надеюсь, меня простят. Давайте к третьему тренду перейдем, который, конечно же, наверное, для меня, как для человека очень динамичного, у которого нет времени очень много тратить на макияж, он прям идеален. Это тренд, который основан на естественности. Мы с вами все, девушки, знаем, что за хорошей естественностью лежит серьезная работа. Какая? Правильный уход, отличный сон. Тут я грешным делом виновата, я вот не успеваю этот пункт выполнять. И, конечно же, это идеальный макияж, правильно нанесенный, правильно сделанный и правильные качественные продукты, подобранные для этого. Что у нас есть среди новинок? У нас с вами есть антивозрастной тон «Сенсация». Это самое классное, что я видела за последнее время. Во-первых, ну, антивозрастной эффект – это для всех важная история. Тональное средство ровным, тонким слоем ложится на лицо. Убирает нам все наши вот эти мелкие неровности. Это синяки под глазами, какой-то немножечко, может быть, не свежий цвет лица. Да? Идеально выровненная кожа с бархатистой текстурой – это просто идеально для наших погодных условий. Да? Ну и плюс еще один, конечно же, это SPF фактор 8, да, и защита от солнца, это тоже важно, когда вы заботитесь о своей коже и думаете о будущем, да, не заботитесь сразу. Вторая вещь, вот мы тон с вами идеально нанесли, все, лицо у нас красивое, никаких синяков, все ровненько. Что дальше нужно? А громче? Румяна, отлично. Знаете, что у нас есть для этого? Значит, я обожаю косметические средства трансформеры, в которых есть сразу много продуктов, которые можно по-разному использовать. Так вот, есть палетка новая, называется она «Волшебное преображение». Звучит ровно так же, как и действует. Значит, что есть в этой палетке?
Здесь 4 отделения для теней. 2 матовых и 2 сияющих. Это самый классический, подходящий абсолютно любой девушке пудровый оттенок. И глубокий, модный в этом сезоне, да, вы, наверное, можете мне поверить. Это такой глубокий черничный оттенок. Здесь есть универсальные румяна и универсальная пудра. Вот весь этот набор вам прослужит абсолютно для всего дневного макияжа. Вы светлое веко, вы подвижное веко светлым накрасьте, проложите складочку. Я обожаю сияющие текстуры, особенно пудровые. Я знаю, что с ними делаю, я наношу не только на век, я их еще использую как хайлайтер. Наношу сюда, на серединку, на кончик носа и на губы. Все, у меня весь макияж готов. Ну, конечно же, мы не забываем про брови. Брови наши все. Без бровей не ходим даже за хлебом. Да, я надеюсь, что все это правило уже давно усвоили. Но и здесь тоже есть новинка, которая очень круто подойдет тем девушкам, которые любят такую волосковую технику. Да? Здесь карандаш, который основан на форме микроматик. То есть вы можете прорисовать каждый волосок. И все, у вас готов идеальный дневной макияж. Правильно? Тон, брови, красивые глаза, свежий взгляд. В принципе, наверное, это вот тот макияж, которым я буду пользоваться чаще всего, поэтому эти 3 продукта я себе в косметичку кладу. Но все же мы с вами попадали в ситуацию, когда вышли с красивым дневным макияжем, а потом вдруг неожиданно вам как снег на голову падает какое-нибудь романтическое свидание или важная встреча. Что делать в этом случае? Помада, еще что, какой есть способ? Стрелки. Я откровенно отношусь к числу людей, которые не умеют рисовать ровные симметричные стрелки благодаря жидкой помаде и кисточке. Вот я криворучка, откровенно. Поэтому для меня стало самым большим впечатлением то, что Фаберлик перезапустил один из самых популярных продуктов. Это жидкую подводку для глаз в формате маркера. Берете маркер, кидаете в сумку, сделали себе идеальный дневной макияж. Вдруг вечером у вас что-то случилось, и ваш идеальный дневной макияж превращается в эффектный вечерний вуаля. Идите на свидание, на встречу, в кино, куда ходить. Мне кажется, что вот мы прям с вами прошлись по всем таким базовым, хорошим, правильным трендам. Согласитесь? У нас есть яркий макияж, красивый макияж, естественный макияж. В общем, как-то вот так. Динамично, легко, быстро, феерично, идеально, правильно? Я провела вам презентацию новых трендов. Класс! Спасибо. Благо чувствую самоиронии, я надеюсь, никого не чувствую. Но это еще не все. Одна из важнейших составляющих любого эффектного выступления, это ровно такого, как у меня сегодня, конечно же, является сюрприз. Правильно? Надо его подготовить было хорошенько. Итак, потрясающая девушка, просто потрясающая, я сейчас говорю не о себе. Одна из самых модных девушек нашего времени, опять же, я говорю не про себя, хотя уверена, вы подумали именно так, певица, здесь уже очевидно, что я говорю не про себя, амбассадор линии декоративной косметики Skyline Елена Темникова. Она записала для вас целое напутствие с теплыми словами, поэтому внимание на экран. Подарок, возможность почувствовать себя самым настоящим амбассадором бренда, как я. Моя любимая из новинок – это матовая металлическая помада. Обязательно попробуйте ее, это круче ваших ожиданий.